Исключить мораторий на проверку детских организаций и внедрить лицензирование предлагает уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева. Всему виной многочисленные нарушения санитарных норм и условий проживания в детских учреждениях, как частных, так и государственных. На заседании Республиканского общественного совета по вопросам семьи и соцзащиты населения при партии Аманат речь шла о ремонте и строительстве лагерей и интернатов. Напомню, ранее президент поручал создать 50 детских оздоровительных лагерей и построить как минимум 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей. Подписаны планы ремонта 163 интернатов и 82 лагерей. Это капитальный текущий ремонт, расширение зданий и планы подготовки к проектно-сметной документации. Региональным общественным советам необходимо взять на контроль выполнение планов и организовать постоянный мониторинг качества проводимых ремонтных работ.